Погнали снова. Ну, в общем, план таков. Три мороженки. В них очень много спермомочевых отложений. Вообще у Вари проткнута нога. Я брезгливо. Очень. Походу, это те самые собаки, которые вчера докопались до нас. Thank you. Так, у меня есть оружие. Я рамку подберу. Это все, что мы привезем, да? И повесим на балкон. Мне кажется, будет охеренная экскурсия. У нас продолжается свадебка-тусовочка. Ребятишки вот с 7 утра уже оккупировали все. Некоторые лежаки были просто в черных каких-то непонятных пятнах. Как будто сюда приехали реально какие-то бомжи немытые. Да, они плавают просто в трусах, которых, наверное, позавчера приехали. И я думаю, что в них очень много спермомочевых отложений. Каловых тоже. Может быть, еще что-нибудь. Итак, планы на сегодня. Мы хотим покушать и сесть на тук-тук и просто сказать: чувак, отвези нас, пожалуйста, в какие-нибудь классные места и подожди, и потом привези назад. Поэтому, надеюсь, все получится. Но пешком идти мы не хотим. Нам вчера хватило собак, блять, этих пляжных. И там их еще больше. Там, где уже типа совсем никого, вот эта вот вся территория, ну, кроме вот там, где стулья какие-то, это тоже отель. Ну, короче, вот это все и вот там дальше. Там как бы никого. И там есть уже риск быть, по крайней мере, покусанными. Обязательно подхватить бешенство какое-нибудь, блядь, шри-ланкийское. И умереть. Конечно же. Я все понял. А, в принципе, нельзя приходить на трапезы в ресторан в майках. Почему? Типа, нам первые два дня разрешали, потому что у нас, видимо, были дни рождения, не знаю по какой причине. Но сейчас, типа, нет. Поэтому я опять иду переодеваться. Блядь, мне кажется, по этим коридорам я находил уже 10 километров, потому что тут очень долгий путь каждый раз. Каждый раз. Ничего, хоть жопу разомну. Решили наконец-то исследовать часть этого всего острова справа от отеля. Мы вообще никогда не ходили сюда пока что, вот до сегодняшнего момента. Но, ну, пляж. Вроде собак нет, мы уже спросили, узнали. Слушай, собак боим. Ну да. Вот на такое наткнулись. Вот там качелька. А вот там вообще... Там вообще просто заросли, и можно сразу умирать. Ну да. Короче, сейчас списались с нашим завтрашним гидом, с которым мы уезжаем на экскурсию вдвоем с Варварой. У нас опять гипер-супер-люкс. Вот. И он что-то тянул-тянул. И в итоге сообщил нам, что, кажется, мы выезжаем сегодня ночью в час. В час часов ночи. Поэтому... Ну вот, такие дела. Поужинать как раз поближе к выезду. Да, можно поужинать прямо вот в 9. Дотерпеть. Еще надо доесть этих всех крабов и вот это вот все. А мы все еще прёмся. И от жизни тоже.
Такое чувство, что некоторые отели вообще не работают. Хм. Здесь заезжали, получается. Да, сейчас будем пробовать запаривать ТикТок. Тук-тук. Ну что, давай выйдем, нет? Здесь. Зачем? Я хочу вот подойти к пацанам. Сказать, а можно? Можно порешать. How much will it be to go to some shop for ice cream? Ice cream? Yes. Maybe like the closest shop, somewhere very close. And then from there go to the Elephant Rock. Elephant Rock. Yeah. Is it possible? Yeah. And can you wait for us there? Yeah. And then take us back here? Okay. How much will that be? When come back, yeah, 1,500 rupees. Ah, what? 1,500 rupees. 1,000? 500 rupees. 500. Yeah. Okay. 1,500. Are there any tuk-tuks at the Elephant Rock? I don't know. No? Okay. It's okay, I'm waiting. All right. Okay, we're ready. Hey. Да-да-да. А? Айскрим будет вовна, да? Погнали. Погнали снова. Ну, в общем, план таков. Мороженки и слонята. Да нет, я шучу. Привезли, кстати, в это место, где мы хотели побывать. Это ферма кокосовая какая-то. Может, давай ты будешь говорить? 150 рупий, 3 мороженки. Uh-huh. Да, я купил, я дал 200, сказал, мне надо сдачи. Тут, походу, можно гулять, наверное. Кокосовое, которое ела, было в Таиланде, помнишь? Мы его скупали просто. Мы настолько его скупили однажды, что его просто не было в магазине уже больше. До следующего дня. Thank you! No, we're good. Yeah, we can go. Oh, but if you want to eat, we can wait. It's okay. Alright, ну давай, залезай. Mm-hmm.
Да. Это для конуса. Да. Опять на нас напала брезгливость. Да, ну. Просто, блядь, вот, вот даже слезать-то не получится, потому что... Погнал. Потому что... Что ты? Угадайте в комментариях, почему. Интернет-знаки запрещающиеся, все кроме Adidas. Где? Какой? На стекле. Да, хоть это. Поехали, они пошли пешком. Те самые собаки, которые вчера к нам прям докопались до нас. Встреча была бы прямо встреча века. Такая. Нормас. Все исписано почему-то. Is it possible to go on? To, like get on the mountain? Okay. Аккуратно. Вот и
Ух ты. Все, я хочу сюда. Is it more beautiful than here? Okay. Okay, мы пойдем. Вон, я смотрю, beautiful такой. Это идет за нами, падла. Ее какие-то блохи грызут. Она вообще бабка. Ну таким бы мы одни тут такие. Здравствуйте. Леша, можно не защищать, а не облюбать? Да. Пожалуйста, можно приду первым в таком случае? Нет шприцов? Там еще кто-то. Там шприцов, когда отпилить. Сейчас посмотрим. Собственно, вот и слон. Поэтому это и Elephant Rock. Вот такие делишки. В отель? Нет, мы можем реально еще у него спросить. Ты же хотела viewpoint еще один. Фу. Будем? Не знаю. Это жарко. Ну блин. Зато мы все уже посмотрели. Как все? Чувак вот просто рыбачит. Он дошел до туда пешком. Он доплыл там глубоко. А, да, ну ладно. Я думал, он Иисус. Так, у меня есть оружие. Думаешь, она побежит за ней? А тут очень ветрено, в хорошем плане. Мы наконец-то чуем прохладу. А это что, кафе или что? Is this cafe? Yeah. Okay. Очень хуй поймическое какое-то кафе. Ой, аккуратно. Это орудие. Надо посередине ёбнуть. Да, это было такое. Опа! Появилась у нас идея. Хотим чипсиков, что-нибудь еще. В итоге сейчас поедем в какой-то ближайший город, 5 километров. Цена чуть-чуть увеличилась, конечно, везут и кайф, только вот дорога, конечно. Мы уже поняли, что если бы мы пошли пешком, нас бы убили еще вот где-то там. Ну или съели, ау. Не надо трогать. Thank you.
Так что ж ты? Вот и золотишко. Обувь надо снимать? Да, снимаем. Китая также. А, в кроссовках. Снимай. Ну. Excuse me? Так, даже. Даже сказали, не снимать. Не снимать, в смысле обувь, а на камеру можно. Ну вот, пожалуйста, мистер Поп. Я уже нашел печеньки. О, бичики. Все еще есть. Сахар. Роскошь для русского человека теперь. Печеньки какие-то. А где цены-то? Типа они меняются тут каждый день или что? Да-да-да. Все цены на упаковке. А, да? Okay. О, это кажется... А, это инстандринг. Давай разведем. Тань. Да, у нас такая есть. Все там еще. Давай, может быть, что-нибудь возьмем какую-нибудь. Ну ладно, я возьму себе. Скотч, в смысле, напиток? Блин, значит, пиво есть, кстати. Ага, наверное. Магнитик надо? Ладно, что-нибудь сейчас выберем под ней. Вообще у Вари проткнута нога. Я брезгливо. Очень. Но что ты делаешь сейчас? Хожу босиком в супермаркет. Угу, давай. В деревенском каком-то. Иди шараш за открыткой. Можно же купить тортики. Тоже выбрала. Ага. Ну давай купим, я пусть она просто... Я бы, знаешь, даже... Ой. Я бы, знаешь, даже бы сделала в этот, в рамку. Давай возьмем. Они будут наши друзья. Давай, можно еще что-нибудь взять. Да, вон еще есть, сразу. Кстати. Мне кажется, может быть, это будет... Да. Не, не все. Там плохо будет печатать. Давайте, красавцы. Давай это будет наш... Это будет... Я рамку подберу. Это все, что мы привезем, да? И повесим на балкон. Давай, давай. Блин, ну вот этот тоже, конечно, классный. Я считаю. Вот если будет одно висеть, это смешнее в 100 раз. Да, давай. Я согласен. Так, что еще? Шопинг продолжается. О, это бухлишки? А, это эти какие-то красители, да. Вот это можно нам купить назвать. Что? Половник? Кружка вот на память. Угу. Вот это. На память. О чем? Ни о чем. На память о кружке. Давайте. Брату люблю, вот даже. Есть у нас шутка, что когда Варя накопит 1 копейку, то я покажу ей шоу фокусника. Копит она с 19-го года. Да, сейчас. И вот эта слон-копилка. Ну, ты хочешь реально ее купить? Да. А куда мы будем все это складывать? Раша. Yes, this. This is the best and beautiful picture. I wanted some beer, but you don't have beer. No beer. Okay. Нет. Бира нету. Все, шопинг удался. Варвара с открыточкой, я с целым мешком всякой лабуды. Давай. Карточку. Короче, будете в Пасикуде, на восточном побережье, вот контактик данного персонажа. Его зовут Тасс, и он лучший чувак на свете. Покатает вас за достаточно разумные деньги.
Варваре и спит с ней кофейка. Ох, ебать. А! Пролил на ногу себе горячий кофе. Ну ладно. Надеюсь, она меня еще ждет. Вон что-то снимает на телефон. Ну что, в час ночи нас забирают. В час ночи. Ну и куда-то везут. Нас ждут и сафари, и поезд, и Элла, и различные другие локации. Одна краше другой. Может быть, даже красивее. Я опять облил себе руку кофе горячим. Может быть, красивее, чем даже это. Ты не научил, мне уже 20... Сколько мне? 29 годиков, и ты меня только сейчас научил видеть дождь издалека. А вот, да, кстати, та лодочка, которую мы с тобой сегодня... Видеть дождь издалека можно, посмотрев на облака. Если видите вот такие полоски, то, скорее всего, это он. А лодка что? Ну вот видишь, которую все руки себе залил. Ну что, пука-беби? Я обнародовал твое прозвище секретное. Суперагентское. Пука-беби. Как ты думаешь, классная будет экскурсия? Мне кажется, будет охеренная экскурсия. Ко. Еще сегодня убрали все эти свадебные декорации, все нахер разъехались, прямо очень свободно стало дышаться. Правда, насрали они, после них все лежаки белые были, которые стали просто черные от их ног. И я ни в коем случае не намекаю на цвет кожи, а просто на чистоплотность. Вот. А сегодня построили вот это. Причем очень клево построили. Это буквально заняло у пацанов, наверное, ну, час максимум. Очень оперативно. И все. Просто вот такие вот фермы, собирающиеся воедино очень быстро и ловко. Другой вопрос, что же это такое будет? И оно так обламывает и перекрывает вот весь вот этот вот вид. Типа, ну, как вообще, зачем? Это будет явно какая-то постройка, ну, не знаю, там, может, бар, может, еще что-нибудь. Ну, это очень странный выбор. Ну, и вряд ли она будет прозрачная, как вот сейчас она является. Ее явно чем-то заделают. Интересный выбор. Посмотрим. Может быть, мы даже дождемся и увидим, что это будет. Сила.